По словам фельдшера Ольги Ивановой, 2 февраля она в составе бригады скорой выехала в Соломенное. Вызов поступил от мужчины. Отец сообщил, что его 10-летней дочери плохо. До места вызова врачи не смогли добраться. Карета скорой помощи застряла из-за нечищенных дорог. В итоге к пациенту медики пришли пешком. Она встретила мужчина, недовольный, то, что мы очень долго ехали. Мы спокойно устали, пошли за ним. Он нам кинул ноги тапки, в приказном тоне сказал: переодевайте обувь. Доктор ответил, что мы обувь не переодеваем. Я попросила следом бахилы, либо пакеты целлофановые. Мужчине это очень не понравилось, то, что я так попросила у него это. Доктор, чтобы не конфликтовать, снял обувь, пошел мыть руки и осматривать ребенка. Я осталась в коридоре, в дом меня мужчина не впустил. Я пыталась уладить конфликт, попросила женщину, которая рядышком была, дать целлофановый пакет. Она мне их несла, рулон. Даже успела мне их передать. Он очень оскорбился, что я его маму назвала женщиной. Я извинилась, что я не знаю имени, к сожалению, вашей мамы, как оказалось, это его мама. Он мать кинул, оттолкнул, мать упала на пол, на цветок. Он стал меня швырять, толкать. Стал снимать мне на мобильный телефон и угрожал мне после этого, что меня убьет, он спустит на меня собаку. Фельдшер обратилась в полицию. Конфликт бизнесмена и медиков. Завтра мы выпустим полный материал.